прикрытием нашей артиллерии небольшие группы отважных бойцов под перекрестным огнем противника подходили вплотную к железобетонным сооружениям с запасом взрывчатых веществ огромной разрушительной силы. Февраля. В части героической 123-й ордена Ленина стрелковой дивизии первые прорвали в районе Сумма линию Маннергейма. Леса после обстрела нашей артиллерии укреплений противника. Вот все, что осталось от знаменитой линии Маннергейма. Под этими развалинами погребены могучие военные сооружения, занимавшие зону 50-60 километров в глубину. Под этими развалинами погребены антисоветские планы кое-каких государств, пытавшихся превратить Финляндию в плацдарм войны против Советского Союза. Это остатки укреплений в районе Сумма-Котайне. Руководитель отважных саперов,
герой Советского Союза Аркадий Федорович Кренов осматривает взорванные укрепления. Закопанные глубоко в землю, эти железобетонные укрепления поднимали над поверхностью свои наблюдательные колпаки.